все оставшиеся 3,5 человека поаплодируем, потому что это вообще первый, кто давал, потому что... На самом деле было очень тяжело вас всех судить, потому что все вы моим джунжисты так или иначе. Я за каждый из вас переживала, но меньше соплей, но потом пришла объявлять вас. Сначала объявляю третье место. Третье место занимает у нас прекрасная, очаровательная, самая красивая, самая высокая Оля Зенина. Второе место занимает прекрасная, чудесная, неподражаемая, любимая Мартонина Маша. Ну и первое место занимает Настя Гребнева. Настя, выходи. Огромное. Всем, кто пришел, жалко, что никто до конца не дожил самые стойкие.